И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике сделаем болванку, значит, персонажу Геркулес, именно как молодого. Что значит у меня по Пегасу? По Пегасу я вставил кости и в конце ролика покажу, что у меня получается. Ну, это еще дело в разработке. А потом, когда я уже отшлифую, возможно, еще крылья придется как-то изменить. Это уже потом покажу полный ролик. Итак. Как работать, значит, модельным листом, я уже показывал. Значит, текстуры, импорт. Будем работать именно с модельным листом нашего персонажа. Так, где он тут? Я тут еще некоторые поскачивал. Так, это у нас уже Геркулес. Вот он. Накачал я тут модельные листы. Кое-какие персонажи. Возможно, еще перелеплю заново, значит, Аида. Так, это Ctrl-Z. Так, теперь, что нам понадобится? Нам понадобится, опять же, куб. Теперь Make Polymesh. Делаем Geometry Dynamesh. Так, это у нас Dynamesh. Побольше резолюцию. 846 тысяч. Нормально. Поворачиваем нашего персонажа. Так, включим флур. Что-нибудь тут мазнем. И попробуем сделать Modify Topology Mirror. Вот, все зеркалится. Значит, с этого ракурса и будем работать. Так, это значит назад. Где-то так, вот здесь. Выставляем его побольше, и тут вот вопрос, работать именно с лицевой частью или с боковой. Сейчас будем смотреть. Так, значит, у нас текстуры импорт. Вот такой модельный лист, Model Shades. Так. И, наверное, будем работать. Так, давайте выберем какую-нибудь более-менее нормальную позу. Нормальная поза это вот это, да? Вот она. Значит, что мы делаем? Мы зеркалим наш рисунок. Вот, теперь подгоняем нашего персонажа, значит, вот сюда. Так, теперь Z отключаем, значит, наш глаз. Так, пардоньте, Z надо чуть-чуть попрозрачнее его сделать. Так, это не это колесо, все их путаю. Вот оно. Так, как-то так. Теперь Alt, левая кнопка мыши, и побольше куб сделаем. Так, перевернем куб в лицевую часть. Теперь так, Z я побольше сделаю. Вот таким вот образом. Так, и погнали. Поменьше кисточку. Значит так, первая часть это у нас рука. Давайте руку сделаем. Но опять же мышкой мне чуть-чуть неудобно. Так. Не забываем бицуху. Ну, все будет пролепливаться. Пока нам нужна именно заготовка фронтальная. Так, что еще можно сделать? Давайте протянем ему, значит, один палец. И вот этот палец тоже сделаем. Ну, как наметка. Так как у нас персонаж, значит, отдельный. Давайте сделаем ногу. Ногу лучше, конечно, брать, ну, вот эту. Сразу я ее возьму с тазом. Так. Вот таким вот образом. Так, это у нас получается нога. Так, здесь где-то будет выходить таз. Тоже наметим, да?
Так, пока с этим делом давайте разберемся. Shift Z. Получилась у нас вот такая заготовка. Теперь я побольше сделаю кисточку и хочу, значит, закрыть все вот эти незакрашенные части. Так, здесь, значит, бицуху можно чуть побольше. Здесь типа таз, потом объединим его, значит, с корпусом. Ну вот какая-то такая-то штука. Shift Z. Вроде бы пойдет, да? Потом выровняем ногу вот эту, потому что она кривоватая. Или, да, выровняем ногу, и будет все зашибись. Так, тут колено, тут таз. Так, следующий этап. Делаем дубликат. Верхний отключаем. Здесь Ctrl, левая кнопка мыши. Снимаем выделение. Так, можно даже включить. Не, его не видно. Значит так, выбираем шею. Вот эту часть. Здесь, значит, Ctrl-Z. Будем делать вот эту сторону. Так, здесь плечо. Здесь до половины, значит, где-то замазываем. Так, что у нас тут еще? И вот эту часть тоже делаем, значит, поровнее. Теперь немного шею подкорректируем, плечо. Ну, в принципе, что? В принципе, Ctrl, выравниваем шею, включаем. Так, этот уже не прокатит. Делаем Ctrl-I, инвертируем маску. И теперь с помощью Move вытаскиваем маску эту вперед. Снимаем маску, делаем Dynamesh, Ctrl, левая кнопка мыши, назначаем. Так, Ctrl-W. Полигруппу. Отключаем глаз. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Делаем. Так, делаем, что у нас? Del Hidden. Открываем вторую, значит, заготовку. Так, я не понял. А куда у нас пропала, значит, вот эта вся штука? А, Ctrl. Так, это я не тот. У меня не дожимает, значит, кисточка. Так, делаем Ctrl-I. Бывает, нажму на что-то, а она, ну, не работает. Вот хоть ты убей. Дотягиваем до нашего персонажа. Снимаем маску, делаем Dynamesh. Ну и по вот этому персонажу Ctrl-W. Ctrl-W. И теперь опять же отделяем. Делаем Geometry Del Hidden. Ну вот у нас получается вот такая заготовка. Но. Но. Так, это если зеркалить. Ага. В принципе, тут все нормально. Вот эту часть отделяем. Ctrl-W. И вот эту часть делаем Ctrl-W. Это назначаем разные полигруппы. Теперь можно сделать сплит, group сплит, окей. Получилась отдельно рука, отдельно нога. Теперь выбираем, значит, что, вот эту ногу. И что нам нужно сделать? Включить flur. Так, transpose. И так как у нас это все дело вытягивалось, нужно дотянуть это до центра. Теперь перекрутить. Для чего? Для того, чтобы мы могли это дело все отзеркалить. Это делаем
пополам, находим геометрии мира and well, и вот у нас уже цельная нога. Но ногу нам нужно перекрутить вот в эту сторону. Так, и чуть-чуть, значит, до половины, вот сюда. Следом Alt, левая кнопка мыши, выбираем следующий наш сабтул. Так, мы его вытягиваем, значит, на середину. Делаем mirror. Вот получилось тело. И также перекручиваем на нашего персонажа. Выравниваем. Подгоняем. Делаем mirror. Так, и теперь по руке. Что у нас с рукой получается? Выбираем руку. Alt, левая кнопка мыши. Находим нашу вот эту заготовку. Перекручиваем ее. Вот поровней. Тут чуть-чуть у меня где-то сбилось, ну не суть вопроса. Так, делаем зеркалку пополам, опять же где-то руку, mirror. Теперь все это дело перекручиваем назад, оттаскиваем до нашего персонажа. И, наверное, опускаем вниз. А ну-ка, Shift Z. Да. И опускаем его вниз. Делаем, допустим, mirror. Так, это есть такое дело. Теперь выбираем ногу. Делаем mirror. Заготовка готова. Сейчас все это дело я буду опять же пролепливать скульпты с Альфа 6. Так, с руками. Выбираем руки. Я руки хочу чуть-чуть отвести. И они слишком близко находятся к персонажу. Поэтому я замаскирую одну руку. Выберу ротация. И протяну эту руку, значит, вот в такое положение. Теперь можно использовать Move и оттащить его подальше от нашего, значит, гражданина. Делаем mirror, чтобы потом, когда мы будем сейчас пролепливать, можно было тут где-то подлезть, что-то сделать. Так, есть такое дело, тут будет грудак, значит, там ребра, сейчас все проработаем, не суть вопроса, да? Так, ну вот, если вы будете сомневаться по форме ноги, значит, вот здесь, то у вас уже будет Shift Z, боковой рев. Это, допустим, вот он. Вот мы его сейчас сделаем. Это значит у нас шея. Это у нас нога, Shift Z. Добавляем append, добавляем куб. Так, теперь на куб делаем. Это все можно отключить. На куб делаем DynaMesh. Уплотняем сетку. Почему? Сейчас я вам покажу. Так. Alt, левая кнопка мыши. Видите, какая у нас крупная сетка. Рисовать тут, маскировать, дюжить не получится, потому что он рисует по полигонам. И нам надо это все дело, значит, уплотнить. Так, это многовато. Хотя, чем больше, тем лучше. Так, Ctrl-D, Ctrl, ну хватит, 300 тысяч полигонов хватит. Теперь Shift-Z, Z, открываем глаз и давайте выберем какой-нибудь реф ноги. Так, реф ноги это будет у нас вот этот. Z отключаем, так еще, наверное, попрозрачнее сделаем. Так, погнали. Ctrl. Рисуем, значит, задницу.
и рисуем нашу ногу сбоку. Рисуем нашу пятку. Это нам сэкономит еще больше времени для того, чтобы выравнивать форму ноги, да? Так, это значит, вот здесь где-то нога. Пальцы дооформим. Так, это у нас уже идет задница. Здесь у нас идет типа корпус. И вот так вот, ну где-то так сейчас будем подравнивать. Так, это, ну где-то так, да. Следом, раз у нас получилась такая заготовка, давайте и нарисуем спину. Спина, и выходит у нас шея. Выходит у нас грудь, чтобы нам опять же на том персонаже все это дюжить, не выгадывать потом, подгонять, накидывать. Уже сразу обработаем, и будет зашибись. Ctrl-Z. Замазываем где-то незамазанные части. Вот. Такой у нас получается персонаж. Так, это у нас значит с одеждой. С одеждой нам это не надо. Нам надо... О, вот в таком макаре. И тут где-то еще палец поровнее. Так, тут у нас значит идет колено. Ну, чтобы видеть. Так, уменьшаем. Делаем Ctrl-I. Ctrl-I, значит, опять же, все это дело вытягиваем. Побольше вытягиваем, чтобы нормально получилось. Дайномешим. Выбираем, значит, наше вот Ctrl-W. Нажимаем. Modify Topology скрываем. Открываем Shift, левая кнопка мыши, видимость всех наших сабтулов. Так, и что у нас получается по персонажу, да? Так. Вот у нас чуть-чуть, значит, реф. Кстати, видите, реф стоит. Я его чуть-чуть двинул, и, значит, нужно увеличить персонажа. Так, это получается у нас вот такая штукенция, значит. Так, а ну-ка. Так, это вот будет шея, тут будет плечо. Так, это будет нога. Через Alt вытягиваем нашу вот эту заготовку, чуть-чуть делаем подлиннее. Подгадываем ее по плечу и делаем Geometry Mirror and Well. Так, получилось у нас вот такая заготовка. Так, ну чтобы ее объединить и уже был у нас полноценный, значит, персонаж, нам нужно вот здесь вот все это дело отрезать. Вот эту часть, да, вот эту. Так, делаем Dynamation. Так. Какой вариант есть? Сделать вычитание. Можно использовать еще прозрачность. Вы видите, что по прозрачности у нас нужно поясницу подтянуть, шею просто подтянуть. И вот здесь вот у нас как образуется. Давайте попробуем делать уже Move Topology. Так, это у нас X-симметрия. Вот так мы все это дело выглаживаем. Все равно будем потом дорабатывать. Так, уменьшаем наши вот эти ляхи. Так. Что тут такое? Формируем нашу задницу. Так, чуть-чуть ее надуем. Теперь выберем следующую заготовку и сделаем, так, это значит Ctrl-Z, X-симметрия, работаем с симметрией, уводим ее прям этако в персонажа. Все, эту часть не трогаем, потому что она нам в принципе не пригодится. Единственное, что вот можно еще немножко подогнать вот эту шею, чтобы она не выпирала.
Теперь что нам нужно сделать? Можем обрезать. Давайте попробуем. Выбираем вот эту штуку. И значит у нас получается лучше лассо взять. И лассо вот так вот раз. Отсобачиваем. Делаем mirror and well. Точно так же можно обвести, значит, наш торс. Так, это как получится? Вот. Ctrl-Shift. Так, это как-то, ну, вот так, наверное. Вот так. Потом идем по горбу. И прям, опа, до конца. Ну, вот как-то так-то. Сейчас еще вот эти ноги подкорректируем. Так, вот здесь уже, не знаю, получится так обрезать или нет. Так, это будем-то озеркалить, да? Так, раз. Вот так. Ага, Ctrl-Z. Тогда идем другим путем. Вот с этой стороны. Так, как-то так вот. Раз. Во, делаем mirror. Угу. Так, теперь немножко еще где-то вдавливаем. Так, что тут у нас по груди получается? Так, теперь что у нас по руке? По руке у нас получается здесь должен плечо быть. Так, бицуха и кисть потом мы заменим. Тут еще вверху немножко подкорректируем сейчас толщину кисти. Выберем локоть, но это уже скульптурс альфа 6. Так, снимаем прозрачность, смотрим, что у нас получилось. Ну вот, нам теперь нужно все это дело выгладить. И какая еще штука, да? Так. Вот эту ногу, я думаю, немножко выровнять. Вот так. Потому что, ну, дюжить у нее вот этот скос. Так. Угу. Это дайнамешим. И вот у нас тут после кисточки получилось нехорошая кака. Почему? Надо сделать дайнамеш чуть-чуть побольше, во-первых, кисточку поменьше. И вот эти все артефакты, вот эти ненужные выбоины, значит так, увести. Потом мы все равно будем еще по рефам это дело корректировать. Но вот тут есть вот эти ненужные стенки. Нужно, чтобы они прилипли. Так, Ctrl-Z. Нужно, чтобы эти стенки прилипли, значит, в один mesh. Вот так вот. Угу. Так, тут тоже уменьшаем. В принципе, тут уже кисточка доработает. Так. Делаем DynaMesh, выравниваем. Сейчас все это сделаем объединение. Так, а что у нас по этой части? Так, ну по этой части, в принципе, правильно. Тут у нас идет, значит, здесь-то у нас нога идет, все правильно. Ну, вот такая вот получилась болванка, вот такая заготовка. Если вы что-то делаете, смотрите, лишнего не уводите. Так, это вот так уменьшаем. Так, теперь что? Ну, можно еще вот эти руки чуть-чуть увести вот сюда, чтобы спина
оформилось. Но я все равно сейчас будем пролепливать. Так, и еще что. Давайте размер головы сразу с ушами сделаем. Это значит опять нам понадобится append, опять же понадобится куб. Теперь Alt, левая кнопка мыши, нажимаем на куб и уводим за нашего персонажа. Ну, чтобы видеть. Так, теперь Shift-Z. Угу. Z открываем глаз и теперь фронтальный вот этот. Вот эту штуку. Так, видите, что ноги надо прям хорошо растянуть будет. Так, это значит, что у нас? А ну-ка. Во, где-то так. Shift Z отключаем, делаем геометрию, делаем Dynamesh, Shift Z. Так, и теперь можно сюда, конечно, подставить сферу. Так, уши, кисточку еще поменьше. Вот так вот, да? Ctrl-Z. Так, снимаем маску, делаем Ctrl-D, Ctrl-D. Мало полигонов. Голова получается размытая. Так, теперь Ctrl опять рисуем, значит, овал лица. Рисуем ухо. Ну, как-то так-то. Geometry Mirror. Вот чуть-чуть, видите, тут зеркалка неправильная, поэтому персонаж будет получаться немного иной. Так, теперь делаем Ctrl-I, зеркалка, и вытягиваем нашу бошку. Так, и бошку-то мы вытягиваем, почему-то здесь вот... Ну да, подбородок куда-то пропал. Наверное, не дорисовал, сейчас дотянем, даже к лучшему. Так, делаем Ctrl-W. Так, теперь выбираем нашего вот эту заготовку. Делаем Ctrl-W. Так, Ctrl-Z. Dynamesh. Вот теперь делаем Ctrl-W. Так, делаем Del Hidden. И по Z делаем Mirror and Well. Вот эту часть теперь маскируем. Делаем Ctrl-I. И подвигаем ее к нашему гражданину. Вот так. Делаем Dynamesh склеивание. Теперь с помощью Move Topology вытягиваем, значит, нашу челюсть. Следом какая штука. Вот так вот маскируем. И вот так вот тоже пробел, чтобы передвигать. Делаем Ctrl-I. И теперь все это дело с помощью вот этой кисточки просто вдавим. Все намечено, все зашибись. Так, что тут еще? Ну вот уже персонаж более-менее вырисовался. Теперь нужно его подгадать. Угу. Alt, левая кнопка мыши, переключаемся на тело. Так, руки. Так, Ctrl-Z.
x-симметрию отключаем. Во как она получается. Рука должна быть аж вот тут. Так, теперь Ctrl-Z. Ctrl-Z, что еще тут у нас? Так. Где-то так вот. Так, уши по симметрии потом определимся. Ну, также сделаем прическу потом. Так, что можно еще сделать? Давайте, вот есть персонаж. Прибавим Z. Подгоним нашего персонажа. Так, это вот где-то у нас вот такая штукенция. Так, череп. X-симметрия. Чуть-чуть, значит, голову подкорректируем. Так, ну это, видите, попали. Так, теперь по уху. Ну, опять же, сильно доверять реферу не надо. Делайте от себя немножко, потому что, ну вот, получилась вот такая вот штукенция. Ухо нужно будет еще немножко уменьшить, там долепить. Так, немножко добавить ему, наверное, все-таки лоб. Сделать mirror. Так, Ctrl-Z. По оси Z отключаем, делаем mirror. Так, уши намечены, пролепим. Вот это все. Все это дело нормальное. Так, теперь нужно наметить, где у него глаза. Это значит лучше Ctrl-D сделать. Так, Z открываем глаз. Вот мы видим, что здесь уже уши сильно большие. То сейчас начнем их там лепить оладушками. Так, голова оформлена и наметим сразу через Alt. Так, это кисточка стандарт. Наметим через Alt глаза. О, у меня перестал работать Alt на ZBrush. А, через Shift не работал, через Alt работал вроде. А, Ctrl-Shift, я забыл. Так часто этим делом работаю. Так, это значит, вот здесь у нас получается глаза. Здесь у нас так, Ctrl-Z, Ctrl-Shift. Здесь у нас, ох ты. Так, теперь здесь у нас получается нос. Так, здесь у нас получается бровные дуги. Здесь у нас подбородок. Так, здесь у нас губа. По-моему, через Alt работал. Надо переустановить ZBrush. Очень долго он у меня уже установлен. Все, глаза намечены. Сейчас округляем нашу фейс лица. Чуть-чуть добрасываем, накидываем. Так, теперь что у нас по шее? Ну, эта шея, конечно, у нас немножко здесь большеватая. Не без этого, наверное. Так, это вот
уменьшится. Так, вот эту тоже раз. Чуть-чуть хотя бы поменьшенная. Делаем поправку на то, что мы рисуем, и что может быть персонаж немножко с перебором. Так. Угу. Так, теперь по ногам. По ногам у нас... Shift Z. Что у него там по ногам-то? Угу. Где пятка у него мало, а где вот эта часть у него... О, где пальцы много. А где пятка у него, это дело мало. Так. Угу. Теперь убираем же вот эту часть. Делаем mirror. И теперь нам нужно дооформить вот эту часть. Вот сразу часть какую-то вдавливаем. И у нас образуется уже колено. Так, теперь у нас вот она после обрезки. Тут еще хренотень какая-то, стенка. Ну, это дело будет поправимое сейчас. Так. Ну и по телу, наверное, вот здесь вот опять же вы видите, что нужно еще потоньше прям. Так, немножко откроем, значит, наше плечо, чтобы видеть, где плечи потом дорисовывать. Ну, в принципе, что? Вот такой у нас получается, значит, персонаж. Так, тут еще давайте поработаем с руками зараз, да? Чтобы потом гемора не было, надо его... Немножко, значит, повернуть. Ну, опять же, чтобы знать, где у нас будет локоть. Так, делаем Ctrl-I. Ставим ротацию. Чуть-чуть выкручиваем. И чуть-чуть вот так вот. Вот теперь более-менее правильная штука. Делаем mirror. Угу. Так, что еще по ногам? Ну, ноги, в принципе, что, меня устраивают. Теперь сохраняем, обязательно сохраняем файл, потому что если сейчас косяка упороть, а сохранение не было до конца доделано, то придется все это дело перерабатывать. Так, это Пегас. Так, это где у нас тут он? Геркулес. Вот он. Пишем. Ну, нормально, сохранили. Теперь объединяем все вот эти сабтулы. Это значит, что у нас? Так, merge down. Allowize. Все, теперь делаем всему этому DynaMesh. Так, сглаживать буду я уже потом Sculptis Alpha 6. Делаем Mirror and Well. Если где-то что-то не то. Так, вот здесь уже закруглять грудинку сейчас будем. Глаза намечены. Подбородок есть. Нам нужно сейчас будет нос сделать. Боковые щеки. Да, оформить уши. Ну, а прическу я буду делать опять же по рефам. Потом отдельно. Так, смотрим, что у нас по сетке. Видите, разные полигруппы. Делаем Ctrl-W. Попробуем сделать еще раз DynaMesh. Так... Ну а теперь пробуем, примет ли ZBrush. Он бывает
если что-то тут косяк какой-то сеткой, он бывает сопротивляется по полной, не хочет его принимать. Вот видите, тут что-то этакое все-таки есть. Надеюсь, он позволит нам это все дело выгладить. Делаем экспорт. Так, это так, гер 1. Если вдруг что-то не получится, будет гер 2. Итак, импортируем сюда рабочий стол. Геркулес гер 1. New. Видите, матюкается. Ошибка 2. Это ошибка по сетке. Сейчас мы это все дело исправим. Заходим, делаем всему этому делу деформация, делаем полиш. Теперь на полиш делаем геометры, делаем ZRMesh побольше прям. Ну, чтобы он не был прям квадратно-гнездовой. У нас, нам сейчас нужно сохранить вот эти формы. Тогда мы уже сможем нормально с этим делом работать. Так, 11 тысяч. Маловато. Ну ладно, пробуем экспорт. Пишем гер 2. Заходим, делаем импорт гер 2. Опять ошибка. Капризная штука. Ну а теперь делаем так, DynaMesh. И косяк тут где-то наверное косяк вот в зеркалке. А ну-ка. Экспорт. Пробуем гер 3. Импорт гер 3. Вот он теперь после ZRMesh и DynaMesh все зашло. Так, теперь ZBrush можно отключать, он нам пока не понадобится. И будем работать, как по прошлым роликам, именно вот с этим персонажем. Кисточка Flatten, детализация побольше на середину. Садится у меня ноутбук. Так, теперь симметрия, окей. Погнали. Вот здесь кисточка. Вот эту кисточку, я не знаю, в эту в ZBrush. И в принципе можно было поработать. Так, это значит выглаживаем. Выравниваем тут ноги, талию. У нас должен получиться такой мягкий персонаж. Потом мы будем доделывать ему тут, возможно, где-то анатомии. Но, опять же, мы проходим и старайтесь вот эту вот форму, первоначальную меньше, как бы ее не потерять, да? Вот, раз нужно вам вот эту часть чуть-чуть вот так вот. Можно интенсивность еще меньше поставить и прям вот так вот потихоньку сидите и шлифуйте ее. Тогда она получится у вас точно, и потом уже надо будет переделать. Так, вот здесь, где кисть, кисти у него будут руки тонкие, значит, здесь мы больше вминаем, а вот здесь вот больше выглаживаем. Это как бы, ну, вот эти, немножко по анатомии посмотрите потом. Так, еще раз побольше. Кисть у него прям тонкая. Так, кстати, руки я буду потом подставлять другие. С руками и ногами я, ну, пальцами можно вылепить, но я лишний раз тратить время не хочу. Раньше как-то лепил, пробовал, вроде получалось. А если по рефам, так долговастенько, конечно, каждую косточку там
если прорабатывать. Так, вот, раз. Здесь у нас, значит, уже бицуха. Вот, мы ее потом еще долепим. Так, а здесь у нас трицепс. Мы его тоже выгладим. Так, вот так мы его выглаживаем. Округляем немножко, значит, нашу плечевую часть. Вот, сзади так. И вот тут уже потом придется, вы видите, что она срослась, вот эта часть. Наверное, придется ее потом руку отделить. И, ну, это я уже ZBrush покажу, как делать. Видите, здесь сильно много вот это срослось. Можно ее кисточку уменьшить и вот просто вот здесь вот как бы приподнять. Потому что когда мы будем потом делать, значит, эту... Так, это что у нас тут? Это крис. Вот можно тут подмышку надрезать. Так, что у нас тут с грудью? Интенсивность, что у нас тут? Вот это здесь будет у нас как бы грудь, наверное. Так, здесь намечаем, значит, ключицу. И выглаживаем теперь шею. Так, шею выглаживаем ровненько, вот эти все хребты. Так. Так, спина. Спина такой быть у нее не должна. Ну, должна быть округлая. Ну, значит, от плечевого пояса немножко все-таки анатомию нужно тут добавить. Вот уже наметилась филейная часть. Уменьшим немножко ребра. Так, тут тоже грудь немножко, значит, наискось, что тут. Потом лучше долепить. Но вот эту округлость, ну, стараемся не потерять. Так, теперь по голове, что у нас тут? Так, по голове выглаживаем, значит, вот эту фейс лица. Округляем, дорабатываем. Сейчас будем докидывать. Так, здесь у нас будет лоб. Лоб можно подальше увести. Боковую часть тоже сгладить. Вот. Эти уже округлость лучше. Так, теперь убираем недочеты вот здесь вот по нашему. Значит, так, ага, по нашему уху можно надрезать и докидываем кисточкой, можно клей билдап, ну, в смысле, не клей билдап, а клей. Ну, здесь накидываем массу. Включить вот так и... Так. Докидываем подбородок, докидываем губы, и докидываем нос. Так, и докидываем брови. Через Alt вминаем брови, вминаем где-то, значит, вот эту часть височную. Alt. Чуть-чуть добавляем наши глаза глубины. Так, тут нам потом понадобится какой-нибудь рев, какой у него нос. Нос у него, в принципе, вот такой ровный. Так, здесь ему нужно докидать, значит, челюсть. Без челюсти никак. И уменьшить вот эту часть. Почему? Потому что эта часть относится, когда мы вытягивали ухо. Вот как-то это будет выглядеть, наверное, вот в таком духе. Так, что у нас тут по уху? Ухо надрезаем.
Рот надрезаем. Подбородок делаем поменьше. Так, тут будет губа, а здесь будет вот эта, значит, часть. Так, а ну-ка пробуем, добавляем, докидываем. Добавляем, докидываем. О, тут можно будет потом еще повытягивать. Так, раз, раз, раз. Так, здесь сейчас докидаем нижнюю губу. Определимся, значит, с выпуклостью носа, какой, значит, у него тут перепад, какой лоб. Оформляем затылок. Зарезаем за ухом место. Вот такой треугольник. Так, нижнюю часть черепушки отобьем. Так, эту часть чуть-чуть вот так можно поначеркать. Так, когда массу надо убрать много, бывает таким образом делаем. Так, здесь как бы переход от шеи. Но опять же, шея у него потоньше. Включаем клей и накидаем черепушку. Так, есть такое дело. И вот эту часть, вот эту. Ну, словом, сидим, шлифуем, чтобы округлости были хорошие, там форма. Вот уже вроде бы как бы похож, да? Так, теперь что у нас? Выглаживаем немножко ухо. И потом мы ухо делаем брау, драйв и кисточку вот так. Стандарт типа. Так. Так, теперь смотрим по ногам. Сейчас, когда ноги, значит, дооформятся, все сразу станет понятно, где тут таз, где что тут, значит, докидывать, где убирать. Так, давайте нарисуем ему пах. Вот так. Чтобы отбить, значит, тазовую кость. Так, нарисуем типа зад и добавим с помощью клея филейную часть. Еще раз тем, кто смотрит, значит, как вот это все дело в скупе с альфа-6 лепится, хочу сказать, что, значит, вот эти дела, накиды все делайте именно под разными углами. Вот таким вот образом. Вот чуть боком поставили и уже тогда полируйте, тогда шлифуйте. Так. Вот можно эти сейчас под углом. Можно здесь черкануть. Вот так, так поменьше делайте. И вот можно здесь уже поводить чуть-чуть. Это вот у вас уже наметится реберная часть. Так, здесь у нас копчик, как бы треугольник вот такой. Здесь уход.
немножко анатомии. Так, вот здесь надо еще с животом посмотреть, точно ли эта штука. Так, задница у него. Так, чуть-чуть в таком духе. И чуть на бок тянем. Оп. Вот появилась вот такая полоска, и значит все нормально. Так. Округляем, выравниваем, смотрим, чтобы все было более-менее правильно, а там уже по рефам, ну, придется все равно где-то по рефам, по каким-нибудь пробежаться. Вот нога, видите, от чего она тут такая кривая? То ли вот от этой части, здесь штуком можно побольше выгладить. Так, смотрим, как она округлилась. Так, это у нас вот пятка, все нормально. Так, выравниваем. Плата нам кисточку чуть поменьше. Выглаживаем. Здесь делаем горбыль, вот этот переход. Так, здесь, значит, будет большой палец. А эта часть на минус уходит. Во. Кисточкой можно управлять размером кисточки, это shift колесика, видите, крутим, control колесика, это значит сила нажатия. Можно пробел через, значит, эту сферу работать, детализацию прибавить, уменьшить size, размер. Потом интенсивность и brush mask. Вот маска тоже. Так. Так. Что у нас тут? Пятку округляем. Так. Поменьше интенсивность. И вот округляем прям округлость. Вот так вводим, как бы сглаживая. Туда-сюда, туда-сюда по горбу. И он будет нормально водиться. Ну, опять же, интенсивность сами для себя корректируйте, какая вам больше подойдет. Так, и вот еще недочет. Так, а здесь уже, наверное, лучше поднакидать. Все, тут уже потом дорежем, добавим, дооформим. Ноги вроде бы нормально. Так, что у нас теперь по грудаку? Здесь уже, наверное, лучше поработать, используя референс. Так, я пока сохраню, потому что если не сохраняться часто, то бывает скульпты с альфа-6 вылетает. И уже не восстановишь процесс работы. Ну как, рекомендую почаще, значит, сохраняться. Так, что я сделал? Я выберу вот эту, значит, картинку. И под скульптус альфа-6 нужно делать вот именно вытянутую такую. Я возьму те ракурсы, которые нам, ну как, пригодятся. Вот эти все, ну пускай будут вот эти 4. Вот. И берите ракурс где-то вот повыше, потому что у вас там еще кнопки. Их можно, конечно, отключать, но это геморно, и поэтому лучше делайте вот несколько рефов, сейчас сделаю, какой подойдет по форме, точно ляжет. Значит, подключаем первый реф.
Так, это рев вот этот. Так, видите, он чуть-чуть приплюснутый, да? Ну, блин, нет, в принципе, по размеру-то он подходит, а ну-ка. Ну да, он так, чуть-чуть сплюснутый, надо чуть-чуть уменьшить его. Тогда делаем где-то вот так, по плечу. Угу, оп. Так, ну все равно приминает. Ну уже будет понятно, что тут делать. Так, по грудине. Так, вот вы видите, что грудина где идет. Это значит кисточка стандарт. Кисть поменьше, альт. Так, это значит здесь идет у нас на плечевой пояс. Так. Теперь флатом чуть-чуть выглаживаем. Так, интенсивность можно уже побольше поставить. Угу. Где-то так. И грудь у него плоская. Так, так, так. Надрежем, значит, плечо. Угу. Надрежем плечо, все нормально. И накидаем еще на немножко его. Лучше работать с клей. Так она будет лучше работать. Так, теперь через Alt выравниваем вот эту штуку. Так, а вот здесь не видно, да? Вот здесь ребра точно. Мы здесь делаем сейчас надрез. Так. Во. Нарисуем сейчас сосок. Вот так. Угу. Мох-то позже немножко подкрутим. И немножко так. Здесь вот грудь у него, да, большеватая, но ключица, она уменьшается. И вот эта ключица, она уходит так вдаль, вот так вот, под треугольник. Во. Теперь у нас что получается? Выбираем кисточку и через... Так, диаметр ставим побольше. И через Alt. Вот здесь вот так вот все это дело под углом вминаем. Здесь у нас типа ключица, потом мышцы добавим. Вот, выгладим. Так. И вот эта штукенция у нас уходит повыше. Вот так прям. Во. По голове. Голову, наверное, я сделаю чуть-чуть повытянутей, чуть-чуть полопоухий. Ну, так вот она и есть. В принципе, квадратно-гнездовая. Подальше челюсть можно дооформить. Что у него с носом? Нос ровный, нижняя губа. По нижней губе на нижняя губа у него припухшая. Так, округляем флатеном. Вот так вот все. Тут подбородок немножко тоже
Выглаживаем, губы выглаживаем. Добавляем нижнюю губу. Вот так, да? Так, тут потом будет вмятину, ну как, пустоту делать. Так, что у него с носом? С носом у него проблемы. Он у него, походу, поломатый. Так, побольше накидываем мочку. Греческий нос будем сейчас делать. И сминаем его прям раз, раз, раз. Так. Так, наметим переносицу. Ага. Так, что еще тут? Так, округлим наши глаза. Так, что по ушам? По ушам он лопоухий. Это как-то недалеко поуходили. Так, и теперь здесь делается окружность, а здесь уход. Ну и верхнюю сейчас чуть-чуть за ухом примять. Так, ухо само так быть не может, нужно чуть-чуть его выкрутить вперед. Так, ну где-то в таком духе. Так, что еще тут можно приподнять?
Так, подтяжку делаем, значит, под ухом. Ухо будет толстым, ну чуть-чуть его можно, значит, флаттеном, ну чуть-чуть преобразить, допустим, там. Потоньше может где-то сделать, может поквадратней. Вот такая штукенция. Так. Надуваем немножко щеку. Оп. Приподнимаем ее. У молодого щеки чуть поднадутий. Так, вот шея, наверное, придется немножко голову пониже потом опустить. Хотя по рефам, он, в принципе, весьма ничего так совпадает. Так, по ногам, значит, по ногам они, оказывается, ноги тут еще тоньше должны быть. Вот здесь вот. От голеня тут. Как-то так, наверное. Наверху чуть-чуть только оставляем попышнее. Так, за голенью, значит, вмятину. Тут как бы, ну, сгибающая часть ноги. Голень чуть округляем. Ну и вот здесь вот тоже немножко шифтом. Так, ну эти уже нюансы, вот эти вот уже. Допустим, вот здесь нужно чуть тоже вдавить. Здесь чуть докидать. Пах чуть-чуть округлить. Так, а вот здесь уже выходит... Эта часть должна быть побольше. Лучше ее тянуть, конечно, с внутренней стороны. Не как я. И под разными ракурсами. Вот так вот. Раз. Так, накидываем немножко массы сюда. Так, чуть-чуть выглаживаем. Так, это выглаживаем. Кисточка стандарт, где она тут? Клей отключаем, вот не видно на белом фоне. Делаем локоть. Смотрим, где он там прорисовался. Так, трицепс. Вот эту часть тоже надрезаем. Попробуем ее так вытянуть, да? И попробуем чуть-чуть сгладить ее. Вот так. Так, что там по пальцам? Попробуем, значит, давайте надрежем, кисточку уменьшим, надрежем большой палец, раз, два, три, четыре маленьких, раз, два, три, ага, здесь один тогда
Рисуем. Вот так. Мизинец, значит, докинем сбоку вот сюда. Так, и погнали, кисточку поменьше, можно интенсивность побольше. Так, здесь докидываем, докидываем палец, докидываем большой палец, чтобы он поприкольнее был, округлый. Ну и докидываем мизинец, значит. Вот так. Ну а теперь, чтобы правдоподобнее было, надо вовнутрь ее дорисовать. Так, здесь мизинец чуть, как бы вот так. И чуть-чуть его. О, в эту сторону и надуть. А эту чуть прижать. Здесь уже маленькой кисточкой надо работать будет. Так, и побольше прорези, значит, где-то вот здесь. Это раз, два, три. Главное, чтобы не обшибиться. Так, это палец уходит сюда в бок. Эти. Вот таким вот образом. Теперь через Alt можно, так, это Ctrl. Через Alt можно немножко попроводить тут углубление, чтобы отбить наши пальцы вот эти. Так, здесь, значит, побольше заминаем. Так, есть такое дело. Ну а здесь уже округляем. Добавляем косточки вот эти, верхние, вот эти, вот эти. Так, теперь вот эту косточку тоже нужно добавить. Так, это откуда она отходит? Вот отсюда. Ага. А вторую чуть повыше. Вот отсюда. Так, по колену. Что у нас по колену? Да, рисуем колено и выровняем здесь, чуть сплюснем. Во. Так, смотрим, что получилось. Все, теперь в ZBrush, значит, добавляем прическу, добавляем шмотки, меняем кисти рук. Или можно даже эти кисти рук тоже переделать под пальцы. Но я добавлю уже готовую кисть, на какую-нибудь. Чуть переделаю. Так, ну вот пока все. Вот на этом заготовка закончена. Только единственное, что... Так,
ухо. Чуть вот так надо. Вот лопоухий гражданин. Сохраняем экспорт. Где? Так, переписываем. Так, это что? Сохранить, правильно, сохранить, да. И экспорт сохраняйте под два варианта, потому что редко-редко, это очень редко, но бывает, что что-то, допустим, пошло не так, и у вас один файл не открывается, а второй откроется. Возможно, где-то какая-то произошла ошибка, какой-то сбой. Так, это мы уже в ZBrush подгоним вот эти все части. Где-то тут вот еще можно будет потом углубить. Где-то может шею еще потоньше сделать. Вот. И голову однозначно можно чуть-чуть будет, наверное, увеличить. Да, чуть-чуть увеличить и опустить чуть-чуть пониже, потому что слишком высоко. Но это уже не проблема. Так, на этом я, наверное, пока закончу, значит, персонажа. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике оденем его, добавим прическу. И, в принципе, будет он уже... Подрик.